Всем привет! Сегодня будем готовить блинчики. Нам понадобится для наших блинчиков просеянная мука, только обязательно просеянная. Если такая ситуация, что нет сита, то можно просеять через дуршлаг. Дольше, ну, возможно. Для того, чтобы мука насытилась воздухом, так бы сказать. Понадобится нам 2 яичка. Соль, сахар, молоко и немножко воды. Ну, это самое главное. Приступаем. Молоко. Обыкновенное молоко, 2,6%. Кружка. Я ее в микроволновке подогрел, чтобы тепленькое было. Выливаем. Теперь добавляем водички. Нам же надо, чтобы вкусно и побольше, и поэкономнее. Теперь убиваем 2 яичка. Главное здесь добавлять муку, а не наоборот. Как в оладьи, например. В оладьи сначала можно насыпать муку, а потом уже добавлять воду. А здесь мы будем наоборот, чтобы нам было легче. 2 яичка вбили. Так, на кончике моего дежурного ножа соли. Сахар. Сахар у нас идет по вкусу. Я кину ложки 3. Кому надо будет, тот досахарит. Теперь мы можем это немножко сбить. Всегда мы сбивали руками. Это не проблема. Но если есть блендер, то почему бы не сбивать ним? Это просто быстрее. Так, чтобы не ошибиться, чтобы не пришлось нам потом жидкость опять добавлять. Так что не спешим, потихонечку подмешиваем ручкой и смотрим. Ну, как многие знают, конечно, мы должны добиться, как оно правильно, консистенции, как сметанки такой. Так, ну поехали, вот помощник наш. Что мы имеем? Видите, жидковатое. Добавляем еще муки. Ну, в итоге вот мы колдовали. И примерно мы должны получить вот такую вот густоту. Видите? Это будет жариться. Так что регулируем примерно вот так, чтобы было. Там уже по жарке поймете. Ну что, приступаем непосредственно к самой жарочке. Так, сковородка у нас должна быть очень-очень хорошо разогретая. Я не мажу ни маслом, ничем. Попробуем так. Почти полный вот аполлончик. И поехали. Вращательным движением. Раз. Даже много. Надо поменьше будет насыпать. Наливать. Толстенький получится. Ну ладно. Как говорится, первый блин комом. А мы попробуем без комов. Так, процессик идет. Краешки не прилипают, это уже замечательно. Можно так чуть-чуть ему помогать. Заглянуть можно. Ой, хороший, красавчик. Так, ну вот мы и подходим к концу нашей пьесы. Каждый блинчик, соответственно, мы когда снимаем со сковородки и ложим на тарелочку, мы его смазываем то ли маслицем, то ли маргаринчиком. Все по желанию. Ну, надо смазывать, чтобы они тогда мягенькие будут.
Они у нас, конечно, не такие прям тоненькие, как вот сеточка есть. Это, насколько я знаю, с моего опыта, это делается на сыворотке. Вот если на сыворотке, тогда блинчики будут тонюсенькие и тонюсенькие. Ну, нам нравятся такие. Так, ну вот итог нашей с вами работы. Кажется, мало, но тут их немало. Я так думаю, штук под 20, наверное, получилось. Ну, что мы хотим всего на пол-литра жидкости. Ну, на семью из 4 человек вполне достаточно. Теперь их можно завернуть сюда. Творожок. Но у меня не хотят ждать творожок, и поэтому будут есть так, с сахаром и сметаной. Желаю и вам удачно напекти блины. До свидания. До новых встреч.